В Анапе от фотографов-живодеров спасли еще одного львенка. В минувшие выходные специально созданная межведомственная рабочая группа, которая выявляет дельцов, незаконно оказывающих услуги по фотографированию с дикими животными, изъяла уже второго за неделю африканского львенка. Туристам предлагали сделать кадр с маленьким царем зверей на Пионерском проспекте в районе аквапарка. Группа, в состав которой вошли сотрудники управления торговли и полиции при содействии Анапской межрайонной прокуратуры, изъяла львенка и передала его в зоопарк, где будут обеспечены все необходимые условия для животного. На дельца, оказывавшего незаконные фотоуслуги, составлен материал за жестокое обращение с животными и передан в суд.